Каннах на 76-м кинофестивале начинает работу казахстанский павильон. Открытие нашей кинозоны состоялось еще 16 мая, но официальный запуск состоится сегодня вечером. В открытии павильона участвует руководитель управления кинематографии Комитета культуры Министерства культуры и спорта Гани Муратов, ректор Казахского национального университета искусств, народная артистка Казахстана Айман Мусахаджаева и актриса Самал Ислямова, обладательница Каннской ветви за роль в фильме «Айка». Сам кинопавильон стилизован под юрту, где на лентах разместили кадры лучших отечественных фильмов. С 2019 года уже второй раз мы проводим павильон Казахского национального университета здесь, на Каннском фестивале. И мы с радостью сегодня приняли дирекцию Каннского фестиваля, госпожу Мот, разрезали ленточку, и она вновь нам говорила: мы рады, что вы вновь вернулись к нам на Каннский фестиваль. Ждем вас каждый год и хотели бы, чтобы вы привозили ваши фильмы казахстанские и привозили известных артистов.